Ждем гостей. Поляна на человек 25. Эх, ребята, как же наесться впрок, да? Жаль, этого нельзя сделать. А завтра вечером мы уже будем в Одессе. Кроме мивины и вареной картошки, черным хлебушком, у нас ничего больше нет. Скиньтесь, пожалуйста. Да. Здесь... Пару денежек бедным украинским туристам одесским. На акклиматизацию. Да. К украинским реалиям. Там в Ютубе счета указаны. По доллару, по гривне, по 5-50 копеек. Кто чем может, люди добрые, помогите. Угу. Просматривайте каналы на Ютубе, смотрите рекламу, наш канал. Нам немножко капнет денег, мы приедем и снова откушаемся. Мивина. Я уже 3 года ем мивину. Нам не надоело. Я сижу, плачу. Очень хочется кушать. А прок не наешься. Ну это что, еда что ли? Смотрите. Да, это еда, но мало. Больше не дают. В одни руки. Здесь. Помогите, пожалуйста. В этом вопросе творец явно что-то недоработал. Как верблюд, на полгода наелся вперед и все. Запил бы горбыны. Вот этот. Вот этот горб забил бы, сука, и уже запивающий полгода, как минимум. А у нас теперь горб только от работы может быть в нашей стране. Сука, вечером жрать опять захочет. Почему прок нельзя даже раз? Ну все, приятного аппетита и доброе утро всем. Дубай. Ну, включай.